Поехали. Здарова смешариком. Остальным соболезную. Чей как вам кровавая неделька банов? Много подлетало. А чтобы не получить бан, просто подпишись и поставь лайк. Работает инфосотка. По новостям жиденько. Будем вытаскивать ролики номинациями. Поехали. А, ну давай. Ну и как без этого? Поздравляем Никса, Злого Йосыпа, Данжер Леху, Шуса, Анну Мяу, Дизи, Пинки, Снейлкика, Джейн Тайма, Курседа, Папича и Хамурому Хомяка. Желаем больше кринжа. А что так родились много людей? 100к донат на дредфриков, Каил Ванус и возвращение в Майнкрафт. Ну и качественного контента, конечно. А мы переходим к новостям. Как мы делали, была неделя банов упорной слежки персонала за стримерами. О! Меньше сломанных мышек. 100к донат на дредфриков, Каил Ванус и возвращение в Майнкрафт. Ну и качественного контента, конечно. А мы переходим к новостям. Как мы и говорили, началась неделя банов в упорной слежке Вот этот мальчик, вот этот вот, вон там, в персонале, он абсолютно сидит на всех... Я не знаю, может быть, это бот, который просто собирает инфу, но прикол в том, что я, короче, сегодня заходил до стримеров по New World, у которых онлайн что-то в районе 19 человек, и у них он в персонале сидел. У стримеров, у которых типа 19 онлайна. Это не может быть чел, который реально сидит и отслеживает, скорее всего. Battery 20%. Well, скорее всего, это бот. Типа бот, либо аккаунт, который там метрику собирает. Персонала за стримерами. Здорово, это значит, что площадку немного восстановили после слива и переключились на вас. Ведь на самом деле слишком много ты себе позволял. Кто это? Twitch персонал. Это я к тому, что видел много бан-моментов. Но каналы все еще живы. Согласен с новичком в стриминге. План по захвату медиапространства над фотками идет успешно. А если без рофлов, я всегда знал... А, волна банов пошла, мне говорили, что я больной на голову и несу хуйню. Так. Ну, одно другому не мешает. Когда я говорю про волну, это не значит, что все отлетают сразу. Просто в момент происходит максимальная концентрация стримеров и их нарушения. За то, что... Да. Думаю, это будет до Нового года. А там уже свои булки можете подрасслабить. Тебя забанили на Твиче, и мне кажется, то, что это не повод расстраиваться. Как по мне, появилось больше свободного времени. Можно себе снять ролик на YouTube, можно... А кореша разбанили, кстати? Вопрос. Кореша разбанили уже или нет? Или нет? Или да, или нет? А, через 2 недели? Ёй. Так, материться уже можно? Можно. Ебать ему повезло. У него ж причина вообще ёбнутая. У него причина этот самый харассмент. Это ж жесть. Помочь кому-то снять ролик на YouTube, да, Лёш? Возвращайся, как ты вылез, блядь, отсюда. Всеми известные стримлапсы в очередной раз обосрались. Только теперь на судебном уровне. Ведь наверстать новый сайт не так просто. Наверное. Так вот они скопировали. Спиздили. Сайт Lightstream, почти не изменив данные с начальной страницы. После этого Покемейн, топ-стримерша в США, потребовала удалить ее с их сайта. Хотя раньше тесно с ними сотрудничала, не обращая внимания на прошлые приколы Streamlabs. Streamlabs ABS, Streamlabs DEC, тоже KSTA под копирку. Но в этот раз хоть извинились. Мы ошиблись. Текст на странице был просто временным заполнителем, который попал в конечный вариант по ошибке. Это наша вина. Мы удалили текст, как только узнали. Но узнали уже все и площадки, к сожалению. Ладно. Помните прикол? Здорово, дед, посоветуй мясные колбаски. Вот они стоят. Это мясные колбаски Кобенос. 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 О трансляции. Лучшие колбаски. Ты запустил? У тебя котку ярит. Ну, блядь. Дело рук Streamlabs. Кстати, до сих пор просит ключ трансляции при регистрации на сайте. Ничему жизнь не учит. Короче, покойся с миром. Так. Хакер взломал веб-камеру стримера Hackers во время турнира Twitch Rivals по Warzone и показывал средний палец на протяжении 5 секунд. Hey,
Это быстро пофиксили. Но все же прэп остался в истории. Повезло, что член не показал. А так, подготовка на уровне точках их. YouTube ввели ограничения на дизлайки. Точнее, их счетчик вообще убрали с каналов. Нет, все работает! Врун. Так. Сделано это в связи с жалобами некоторых авторов, которых угнетает соотношение лайков и дизлайков на их каналах. Пошли на поводу угнетенных, или все же решили скрыть свои дизлайки под ревайндами. Ты че, быкуешь? А, их можно включить и отключить. В США некоторым стримерам прекратили выплаты с Твича, по этому поводу в Твиттере появился хэштег «Заплати своему стримеру». Сейчас все больше набирает оборот. А почему? Поддержка отвечает на жалобы заготовленной пастой. Многие склоняются, что Twitch выделил слишком много денег на офис вражки и поддержку трансгендеров. Но сам Twitch пока молчит, как и с выплатами. В России выплаты работают. Но мало ли. Помните? А как это связано? Подожди, а как связано открытие офиса в России и 25 тысяч долларов выделенных денег, если стример получает процент? Они не берут 100% и потом... Подожди. Платить нечем. А, да? А. Все инфу про Роскомнадзор и офисы компании, у которых аудитория больше. Не, это просто похоже. Это просто похоже, знаешь, на что? Короче, это похоже на систему работы Амазона в Нью-Ворлде. В чем прикол? Они в Кабрасе предвидите, где покупают. Короче, в чем прикол Амазона? Как я понял, как они работают? Как у них, в принципе, работа вся завязана? Если находят какой-нибудь баг, дюб или еще какой-то прикол в New World, они отключают передачу денег во всей игре. Это может длиться день, два, три, неделю. Типа просто они нашли какой-нибудь баг, и они врубают полностью во всей игре любые транзакции. Скорее всего, это может быть то же самое применено и на Твиче. Так как участились в этот самый... Так как участились мошеннические схемы по отмыву денег, они, скорее всего, просто половине стримеров забанили выплаты, чтобы их проверить. Это вот больше похоже на правду, нежели деньги кончились у Амазона. Подожди, какая там капитализация Амазона? Капитализация Амазон. Сколько там у них? 2 триллиона долларов. Ну да. 2 триллиона долларов за 2000... Короче, за этот год у них там... треть триллиона долларов они заработали. Да. У челов деньги кончились. Так, поехали. 500 тысяч. Так вот, опубликовали реестр иностранных компаний, которым нужно открыть филиалы или представительство в России. Twitch, Meta... Спотик. Офис Дискорда. Так, офис Телеграма никогда в России не откроется. Хотя, в принципе, в России откроется. Вайбер тоже откроется. ТикТок уже вроде есть. Или нет еще? Ну, короче, русское представительство есть. ФБ тоже откроется, скорее всего, легко. В случае отказа компаниям грозит исключение из поисковой выдачи и запрет на рекламу в РФ, прием платежей и сбор персональных данных, ну или вообще попытаются блокнуть. Хотя все мы знаем наш Роскомнадзор и его работу. Ёкарный бабай, надо что-то делать! Продолжается тема с удалением смайлов. Это пиздец. Джакузи, который затрагивает хот-дог и сексуальный контент, стримерши же теперь не может заливать смайлы без предварительной модерации. Ужас. Говорят, удалили за схожести на что-то другое, похожее по форме. Но основу грибочка не тронули. Кстати, этот смайл до сих пор живой. Ужас. А вот в бассейне нет. Аудитория Твича и сами стримеры пожаловались, что видят рекламу на Твиче даже с сапкой. Появились, да, блять! Это новый тест от площадки, и скоро все будут смотреть рекламу.
Вскоре XQC пообщался со стафом Твича и заявил, что это был просто баг. Сам же Твич никак это не прокомментировал. А у вас... Бля, баг. Баг, который на протяжении полутора месяцев вонючую рекламу Аркейна всовал вообще везде. Я заходил до стримеров, блин, с одним онлайном, и у них реклама Аркейна. Я заходил до стримеров, у которых я саб, и у них вообще в принципе реклама отключена. Реклама Аркейна. На главке реклама Аркейна. На главной странице Твича реклама не показывается. Там не откручивается реклама на главке, потому что типа обуз денег. А прикол в том, что даже на главке была реклама Аркейна. Мне кажется, просто Аркейн очень неплохо занес денег Твичу. Да настолько неплохо, что они решили его везде пропихнуть. Включена реклама на канале. Они же даже... Они же даже дизайн главки изменили. Они же вроде сейчас уже, скорее всего, пофиксили, убрали, но они же изменили дизайн главки. То есть, если вы заходите на Twitch в отслеживаемое... Да, они убрали это. Короче, здесь был Аркейн. Тут было, типа, оформление Аркейна. Twitch просто переделали в рекламу Аркейна. Полностью. Зачем? Непонятно. Ни разу. Ну, был один раз. Twitch расширил компаньоном и партнером количество... Не, слотов... ну вроде... А! Хаурон, спасибо за 3 месяца предписки. Бим-бим-бам-бам. Здорово, привет. Этот. Вроде как говорят, что сериал крутой. Аркейн крутой сериал. Но прикол-то в том, что, блин, если ты будешь в каждую дырку засовывать этот вонючий сериал, то отпадает малейшее желание смотреть его. Серьезно. По факту, так и есть. Чем больше ты рекламируешь тупо в лоб, тем больше желание скипнуть это говно сразу же. Это просто ужас. Это просто ужас. Причем, если бы она была легкая, навязчивая, я бы вообще ничего не предъявил. Но когда это из всех утюгов, ты заходишь до одного стримера, у него реклама Аркейн, ты не хочешь смотреть, ты переходишь на другого стримера, там реклама Аркейн. Идешь на главку, там оформление Аркейн. Заходишь посмотреть клип, блять, клип и вводы трансляции, заходишь, там реклама Аркейна. Хотя там она не должна вообще показываться по правилам. Ее там невозможно поставить, но она там есть. Как? Для вопрос. Смайлика. Теперь стартовый слот из 5 вместо 1. И можно залить 1 анимированный. Впоследствии можно расширить до 9 обычных и 5 анимированных. А. Также открыли аналитику смайлов, которая была в бета-тесте. А вот это крутая новость для начинающих стримеров. Не могу упомянуть нашу команду Show Me Skill, где вы можете просмотреть работы нашей команды и заказать себе крутые хайповые анимированные смайлы. И не только. Ссылку в описании закину. Ну, ладно. Амура купила заправку за 4 миллиона баксов. А все для того, чтобы засевить 190 тысяч баксов на налогах. Хоть и сиська стримерша, а голова на плечах есть. Кстати, недавно продала пиксельную NFT-пикчу за 125 тысяч долларов. И еще инсайт. Amaranth, we will have to discuss our business ventures, absolutely. Are you not live right now, Ammo? Так. Are you typing in chat? А ну-ка. What? How is this happening? How is this possible? How are you multi- О, напечатает. You just watch Twitch on your headphones secretly while licking a microphone? Did I just find out that you're secretly watching Twitch while farming thousands of views? А чё, так можно было? Это типа я, например, стримлю. Я, например, короче, вы понимали, она просто ASMR-ит. Но в этот момент она смотрит другого стримера и общается с ним. Ну, то есть она просто для вида вот так делает. А в этот момент она вообще другим делом занята. Вообще другим. Два дела одновременно. Три дела одновременно. Обалдеть. Цезарь. Реально. Реально Цезарь. По-другому никак. Battery 30%. Спасибо. Так вот. Цезарь. Ты прикинь, это я вот просто с вами разговариваю, а я в это время сижу, в New World играю, чигимякую, с кем-то переписываюсь и при этом стримлю. Вообще другое что-то. Так. Oh my God! You watch movies and shit too, I bet.
Nod your head if you watch movies and shit and TV shows, Netflix. Oh my god! That's crazy! Disrespect сообщил, что находит... Что? Nod your head if you watch movies and shit and TV shows, Netflix. А. Oh my god! That's crazy! Disrespect сообщил, что я зарядился на 30%. В компании Electronic Arts. Странно, что Бантвича как-то относится к другим компаниям, особенно к крупным игровым, ведь они сами нуждаются в игровой медийке. I've been shadow banned from EA. Папич не врал про скрытый пул. Я вот очередной раз утверждаюсь в том, что Папич, он, ну, он просто родился не в то время. Это человек из будущего, который вернулся в прошлое. Он еще в 2014-15 году говорил про скрытый пул у компаний. Папич находился в скрытом пуле у Valve, у Габена. Генич. Генич. Генана. Папич, это реально, это перерождение. Это, ну, типа, мне кажется, он просто вернулся в прошлое. Ой, из прошлого. Блять, из будущего вернулся в прошлое. Чтобы поиграться в этот самый. Он гений? Дядя, не надо. Так. Папич говорил про этот список еще в 2014 году. Кошка Морошка приняла участие в шоу «Голос» и прошла слепые прослушивания, получив одобрение от всех членов жюри. Незадолго до этого скрывала по регламенту, что участвует в большом проекте, а выступление держалось на первом месте в трендах российского ютуба. Балдеж. А я на нее зафоловлен еще, ой, как давно, миллион лет. Молодец. Интересно даже посмотреть. Реально молодец. После такого хайпа. Да. Я верю в себя. Я верю только в людей, в науку, в человечество. Папич я в вас скала. Верю. Я вижу вас, вижу вас. Он говорил про скрытый пул и агентов Габена на протяжении 7 лет. Все рофлили с него, называли шизиком, а он стоял на своем и оказался прав. Так я говорю, типа, Папич просто опередил время. Он очень опередил время, на лет 100, наверное. Держку. И, блин, это то, что заставляет меня двигаться. Я сейчас вообще все, подождите, я поплыла. Twitch теперь доступен и на Nintendo Switch. О-о-о! Похуй! Кто вообще смотрит на ней? Так. Я понимаю, на PSP, а вот на Nintendo. Ладно, сделали и сделали. Я не хочу показаться невежливым, но всем похуй. Также по Twitch факту тестирует отображение специальной иконки на годовщину канала. Угу. Хоть и бесполезная функция, но видеть такое, значит, приятно для самого стримера. Это мне! Там, мне кажется, это мне! Это для всех приятно. Ну, это реально для всех приятно. Вообще для всех. Прям, ну, кайф. Подожди, когда у меня день рождения канала? У меня день рождения канала 13 сентября. О, блин. Так. Умер. Кто? Бля. А точнее, после инфы об перерыве некоторых стримеров решил тоже отдохнуть. Так. Всегда на хайпе. Здорово. Только в этот раз на шаг отстает от тренда. Хотя Хесус отстает на два. А? Можно, а? Спасибо. Ну ладно, хоть YouTube. Мазелов говорил, что уйдет на неделю. Он говорил такой, типа, 7 дней максимум. Я ему писал, а? О, а, ну давай. А, ну давай. Ого, блин. Ого. Ой. Прикиньте. Знаете, что Burger King? Burger King. Знаете, что Burger King выпустил? Знаете, что? Я попросил Ренату затестить, купить мне. Видели такое? Это, я не знаю, это в Беларуси только такое? Или у вас такое тоже есть? В России. Анус! Подожди. Ха-ха! Анус! У вас есть такое же? Создавая эту премиальную новинку, мы задумывались... задумали сломать все рамки привычного. Собрали удивительные ингредиенты со всего мира. Открыли для себя 100% мраморное мясо бычков премиальной породы Абердин анус. Яркий вкус, невероятная нежность, суперсочность, настоящая магия. У вас есть такая хуйта? Вот это вот. Анус. Есть? Анус. Да?
Акерман, спасибо. Спасибо большое за 4 месяца перепаписки. Сейчас, подожди. Сейчас затащу. Сейчас посмотрим. Ого, бля. Наёб какой-то. Выглядит как обычный вопер ёбаный. Смотри. Не, ну булочка, булочка имба. Булочка, да, в принципе, и котлеты солидные. Подожди, сейчас. Чё тут? Тут крем-чиз? Тут что, вы понимали? Вместо обычного сыра тут крем-чиз. Вместо сыра обычного. Типа вот он. Вон там. А ну, нате. Нате, попробуйте, скажите мне. Скажите мне. А ну, попробовали? Подожди. Сейчас я попробую, скажу, стоит ли это этих денег. Блять, а как бы дорого стоит? Очень. Блять. Меня наебали. По вкусу как вопер обычный. Блять. По вкусу обычный вопер. По стоимости как два вопера. Как три вопера. Да, блять. Не покупайте эту поеботу. Вот эту поеботу не покупайте. Это наёб на деньги. 420 рублей стоит. Если посмотреть... Сейчас покажу. Подожди. Наёб на два вопера. Бля. Бля, реально анус. 500 рублей. 500 рублей стоит почти. Рина! Да. Меня наебали. Это вопер обычный, тупо. На, можешь отнести, пожалуйста? Можешь мне дубочку? Да, сейчас. Это обман. Все? Там нет, там есть крем-чиз, но мраморная говядина — это обычная бумажная котлета из БК. Я огорчен. Да? Я очень сильно огорчен. Ну ладно. А, так вот. Не покупайте. Я прям сейчас вам сделаю вот обзор, так сказать. Вот. Смотри. Видишь вот это? Вот, видишь? Блоканус. Вот это, видишь? Стоит. Он 16 рублей стоит! Блять! Это вообще миллион! Подожди. 500 рублей! Он стоит 500 рублей. Он стоит 500 рублей. Нет, 500, ровно 500. Он стоит 500 рублей. Он стоит 16 рублей. Анус терияки. Можно взять... Можно взять почти 3 вопера. 2,5 вопера. Он как вопер по вкусу. Как говно. Ну, как обычный вопер. Это не стоит столько. Блять. Меня наебали. Канал восстановлен. Ужас. В первый же день отдыха разъебал Shadow Deck'а. Похвально. Иногда, ребята, случается такое, что даже тому, кто самый веселый, здорово, самый активный, самый позитивный, иногда даже ему нужно отдохнуть. И когда наступает этот момент, нужно верить, что это ненадолго. Паша бицепс скоро поучит. Я мазел его, блядь, фуфан дам, реально, когда он вернется. Он обещал уйти ровно на 7 дней. 7 дней, говорил мне. Говорит, 7 дней, ни дня больше. Сколько он уже не... Сколько он уже не... Сколько он уже не... Сколько он уже не стримит? 11? 12? 11 дней уже без стримов. Что ты делаешь, блядь? Железо. Ты чё, блядь, блядь? 11 дней. Сейчас 12-й будет. 12 дней человек не стримит, 2 недели. Вместо одной запланированной. Снова оппонента. Он сказал, что в четверг вернется. Он мне говорил, что он вернется
два дня назад. Вот. Потому что... Ну, типа, я ему рекламу поставил. Я ему поставил рекламу. И этот самый, он должен был начать делать рекламу уже... Какого числа? 20-го, по его словам. Но что-то пошло не так. Ну ладно, пусть отдохнет. Пусть отдохнет. Он солнышко. Я пошу. Я и пошу. Саня Симпл стал лучшей киберкотлетой 21 года по версии eSports Awards, а его тиммейт Бит стал новичком года, также и другие номинации. А пацанчиков поздравляем. Бустер заанонсил лайв-шоу-матч по CSGO против состава Гамбита 17 года. А, подожди, так это вот это был, вот это был разъеб галактического масштаба? Вот это историческая хуйня была, да? Межгалактического масштаба. Ладно. Похуй. Состава Гамбита 17 года. Ребята, сейчас будет межгалактическая хуйня. Сейчас за энергетиком схожу. 27-го ноября. Где-то 4 года назад я слежу за Counter-Strike, очень много играю, наблюдаю. Хочется в этом деле развиваться. И как раз в 2017 году состав Гамбит на тот момент, который был, выигрывает мажор, ебать, я просто в шоке. Я такой думаю, блядь, пиздец, это, конечно, легенда, нахуй. Как бы хотелось бы против них сыграть. И вот проходит 4 года, и я понимаю то, что 27 ноября этого года я буду ебашить против Гамбит состава, который выиграл мажор 2017 года уже на лане, на своем лане, шоу-матч. Обалдеть, легенда! Блин, пиздец, нахуй. Котика, я всем надоем. Надеюсь на плотные зрелища. Спасибо! Легенда! Русского хип-хопа. Обалдеть. Вы в шоке были? Это историческая хуйня? Это оправдало ваши ожидания? Мою вообще жесть. Полностью компенсированной с лихвой. А? Фу, флеш охуел. Это мятный. Это мятный флеш. Это прям супер вкусно. Бля, ты сегодня дорогого ануса поел, которым... Что там в твич-конторе? Уже сказали про выплаты стримерам? Да, сказали. Но мы еще смотрим еще. Кит по дверям. Открывай, сука, Новый год, бля! Сейчас же Антон ищет квартиру для съема. Не повезло, не повезло. Салюты. Мы спали в этот день. А, ну, бабка эта. Блядь, страшно. Привет, Валер, смотрел от спакета. Там пицца, да, была. А вот к Мухану вызвали мента в хату за то, что орёт после 10. Основная аудитория у Мухана русская, а часовой пояс отличается на 3 часа. Так. Два Мухана! Тоже изумчик. Ладно, переходим к номинациям. Ой, бой. Ой, бой. Валер, там Артём хочет промокод на Knife? Ничего нового, увы. Кринж недели разделю между несколькими стримерами. В одной футболочке лежишь. Да. Это не кринж недели, это гений недели, блядь. Голосовые просто... Сама природа дала Индианычу менять голос так. Давай рядышком возле тебя прилег. Ласкаю тебя. Сделаю массаж. А ты спайк? Нет. А сколько у тебя кубков в Бравле? Приветик. Привет. Ты хорошо сосёшь? Ну как тебе сказать? Как помаду мышь или как говорят тебе? Получаешь какую-то обратную связь? Конечно. Ой, бля. Ужас. А собаку ебать будут? Это братишке написано. Это ты написал? А собаку ебать будут?
Не, вот это вот, да. Вот это оправдано. Look at this dude. Вот это оправдано. Реально. Много. Ну что, подожди, сейчас, какой цели вы пришли сюда? Вот вы можете нам поведать? Ёбаный. Да, есть. Здравствуйте, а что вы уронили? У меня ребенок есть, блядь. Морковник сзади, блядь. Драгонила ты или кто, блядь? У дедушки Лекса появились конкуренты в виде верни шавермы, но он все равно забирает свою награду. Интересно, Диман сам сдавал на права или все же купил? Это спинная флешка, что в спину не пробили. Не, мне кажется, не. Ликс просто рофлит. Когда это пару раз, это ок. Ну, типа, ну, с кем не бывает, старость, все дела. Но когда это, ну, прям, ну, вот, прям вот, блядь, из не могу прям вылазит. Это типа из разряда, ой, блядь, у меня упало что-то, сейчас подниму. Не, дед, завязывай, реально, слишком затянутый прикол. Если врезаюсь в пультил, ты сразу по умолчанию либо... Сука! Не по... Открываю счет, смотрю. Хорошо, один, блядь. 1-5, 3-1-5. Нормально жир, работаем, блядь. Тихо. На нахуй, блядь! Лучший, блядь! Лучший, иди сюда, говно ебаное, блядь! Бомбу, отдавай, блядь, давай, блядь. А ты на... Ты что, дурак, блядь? Бля, я бомбу хотел подобрать, блядь. Бля, ты идиот. Вот ему я верю. Лексу не верю. Ему верю. Да, бля, не бомба, я хотел гранату так подобрать. Избегай. Сука, блядь, на улице один. Хуя ты идиот. Тут за дверью стоит один. Да, блядь, ну. Да ёбаный рот, блядь. В шахту ёбаную не пускают. Дверь уже открыл. Ставит. Раунд закончился, шавермся. Работаю, блядь. Позицию не отдаем. Пишу. Yes. Главное просто ехать аккуратно и все. Он меня не обгонит ни при каких. Санька! Ну ты можешь просто! Чел, ты по мне за мной не угодишься в лесу, я гений леса. Блядь, да ну... Понял. Коммент недели отдам 89 рофлосу. Да блять, почему не я? Спасибо за совет. Надеюсь, у меня получится. Точка хих. Блять. Их недели у нас забирают злой с Михалиной по рофлу и вторые номинанты Айсу с Муханджаном. Не знаю. Ну смотри, если же думаешь, скажешь. Я уже пьяный, ты подумай. Я могу потом, знаешь, что сказать? Я ничего не помню. Я тоже так скажу, конечно. Не дай бог, блядь, увижу. Да нет, ты а я-то буду помнить все, меня-то пожалеете. Михалина, давай. Бам. Бам. До дна. Гвин сидит такой, блядь, можно мне в Молдавию уехать обратно? Вот они, вот они. Так. Ася, так вы сделали друг другу хорошо. Чё? Ничего. Ладно, 25, 27. Бать, блядь, пенсионерка охуеть идет. Да, я думал, она молодая, пацаны, все-таки откат, ебаный сыр, блядь. Все-таки, блядь, по пивку и домой, блядь. А здесь дырка? Сейчас. Давай, оставляй. Я а здесь я сам зайду. Осторожно. Блядь, все. Так. Блядь, музыка. Не, бля, ебать переход. Блядь, вообще. Чутенький переход, вообще бомба. Ебать, как называется? Круговорот, бля. Так.
Да. Бля, вообще ебёшь. Монтаж вообще бомба. Так. Прошу, Twitch контора, не делай эту хуйню скиллами, всем плохо после этого. Блять, кабанус вылетел. Ой, откуда он вылетел, кстати? Ебануться из желудка, что ли? Ой, пиздец, ужас. Ой. Блять. Я все, бля, проглотил, ничего во рту не было. Начал смеяться, он у меня откуда-то из пуза, бля, вылез. Ой, ужас. Так, ага. Так, так, так. Шоу недели. А точнее, модный приговор отдам нескольким стримерам. Рофильно получилось. Да еще и онлайн был хороший. Еще бы. Ой, блядь, заебался. Это везде видеть. Что у тебя так. Отец уебан, который... Сына, блядь, нет, с хуевой спермой родил, блядь, ебанат, завали пизда, кстати. Мелочь, 16, блядь, 6-й год, блядь. Я сейчас Вика даст пизды, я забыл, Варя спит. Варя может спать. Бля, Вика, Вика, звони, все пизда, мне пизда, мне пизда. Да-да-да, извини, все, извини, извини. Привет! Можно немного странный вопрос? А ты в зал не ходишь случайно? Не, сейчас нет. Но надо записаться снова. Меня вот как Кент на мотоцикле сбил, вот с тех пор я и не хожу. А до этого ходил, да, было неплохо. Тренер был Саулюс, такой гигантский, такой мужик, блядь. 2 метра в ширину, 1.5 метра в высоту. Ну, да, типичный бодибилдер. Вот, и, короче, вообще крутой мужик. Он мне, кстати, прикиньте, он мне звонил недели 3 назад. Он, короче, мне звонит каждый месяц и спрашивает, как мое самочувствие. Обалдеть, прикиньте, тренер. Ну, так вот. Он говорит, братишка, поправляйся, давай. Если что, жду тебя, приходи ко мне. Зал для эгочистов? Да. И ты к нему вернешься? Не, я к нему пойду, это очень крутой мужик, прям, блядь. Вот это такой крутой тренер, это обалдеть. Это прям реально бомбовый тренер. Чтобы опять деньги... Не-не-не, он, короче, он мне расписал всю программу. Он мне расписал абсолютно всю программу. Я могу даже до него, в принципе, не ходить, потому что я уже все знаю. Типа, я и так до этого... Все знал, но он мне именно дал программу для занятий с грыжей, потому что у меня типа перелом позвоночника, и у меня еще помимо этого всего 2 грыжи. И он, короче, под меня сделал программу, чтобы я мог спокойно заниматься. Бля, такой кайф. А, понял, сори, просто максимально похожий человек на тебя в зале был. Когда бы сперва спросил бы, с какого города бы я... Сколько стоят его услуги? Сколько я ему платил? Я не помню. Рублей 20, вроде 30. Короче, 600 рублей вроде бы одно занятие. Да, в районе 600 рублей. Нахуй называл меня, да, блядь? Кого, блядь, слабачком назвал, долбоёбушек, нахуй? Такой молодой, а болельщик, как у шахтёра, да. Да, есть такое. Ой, блядь, вроде ты, я тебя подъёбанный в рот, блядь! Да иди ты нахуй, сука! Ой, блядь, за что? Так. А что ты нам свой новый ТикТок не показал? Ебать, ты запаузил! А что такое? Кирпич на голову упал другу. Я люблю Геншин. И мой главный любимый персонаж Сахароска. То есть, блядь, и в этот момент ты в этом мире.
Завали хлебало, ведьма, пока его кто другой не закрыл. А как называется зал? Хочу тоже записаться, живу, хожу, живу. Очень много есть крутых залов. Я хочу в джим. Джим. Босс в джим. Вот, а есть там еще другие крутые. Прям с басиками совсем. Мне просто джим. Он мне ближе всего, поэтому я туда иду. Чуть-чуть до 500. Ебать, я щелкнула. Охуеть, тайм. Обалдеть. Зашла и думала в тишине посплю. А тут стример кричит: ульгме, ульгсле, ульгу. Ну так это же... БЛЯТЬ! Да ладно, ты уже готов, иди бой! Как тут не кричать, это же соус-лайк! Красиво отсвечивает. А это не клавиатура, это... Туюта. А вот и горяченькая паста на готове. Сижу у тебя уже полчаса. Ты че в тюрьме родился? Или ты подписчик Twitch FM? Че по словарному запасу? Угмуг да пук-пук. Еще и чат копирует все подряд, что видит. Mm. Чему ты учишь поколение? Мев с пизды сли... Чат, вы сильнее, не копируйте это. Изывать. Я сейчас с ремнем стою и с ним просит включить какую-то Twitch контору. Исполни его последнее желание. По классике переходим к вашим клипам. Мы сильнее этого. О, моя прелесть. Габин еще не дает. А, два дурака в чат написали. Кто там, кто там? А, Лорфит. Кто пишет пасты в чат, тот. Олный. Глупышка, который манипулирует. Есть площадка так. Получше. Тут тебя ждет куча халявы, бесплатные кейсы, еще и новый дизайн выкосил. Факт! Также огромный выбор режимов по выбиванию скина. Да! Тут любой... Да! Граф Борщ. 8 из 10. 19 лет. Да, блядь! Да, все верно, все правильно. По режиму Джим 24, да. На честность, в том числе и кейсы, где видны реальные шансы на выпадение. Поэтому на FX всего за 2 месяца имеет такой авторитет. Максимальное да! Множество способов пополнения. Да! И вывод! Крутые игры. Все это да! Фокус или ножик из для русских. А при регистрации по моей ссылке да! И люди моего промокода во-во-во-во. Получишь 6 баксов да! Да! Угу. И 5% да, да. К пополнениям. Да! Кинджа. Спасибо за 4 месяца переподписки. Прикинь, какая халява. Да! Слушай его активировать по ссылочке в описании, чтобы залутать себе сложные скины. Во-во. Это что, лучший сайт в мире? Я пришел к тебе на интеграцию. Да ладно, бро. Но только не кейсы. Не забывайте поддерживать наш проект, потому что партнерку у нас забрали. Реклама очень важный инструмент для жизни контента. Тем более мы не продвигаем Небалова. Такие дела. Дрейк, а чё... Погоди, а тебе чё не зашли? Бля, если бы я так с батей поговорил, бля, у меня бы ляпка такая улетела бы нахуй. Так. Без мата. Ребят, сегодня не будет мата. Ебать, что? Что это? Что это? Сейчас боевку надо вспомнить. Еще боевка тут, типа, таб зажимаешь, таргет его. Что делать, когда YouTube отключает монетизацию? Рекламу продавать. Так. Бля. А нам немного надо, чё типа, на мешка 4 больших, всё. Хватает на попиласы. Да это всё найти можно, понимаете? Всё ищется. В мусорке это шведский стол. Быдло ты ебаная, бля. Ты чё, конченый нахуй, блядь, старичок? Всё? Блять, там 30 секунд длится это голосовое сообщение. Выруби демку, Стас, долбоёб, выруби демку, ты так лагаешь. Заебись, блять. Я, блять. Ты кой? Долбоёбина, блять. Нет, звук-то реально страшный. Ты чё, отсталая, нахуй? Ты чё, отсталая, блять? Не хотел увидеться. Познакомился с ребятами лично и понял, что...
И Гвин такой, бля, нахуй я приехал, бля, вот мог бы на своем Grand Cherokee 2004 года по Молдавии ездить по бордюрам, по лесам и полям. И даже еще лучше, чем просто, блядь, да. Мемы и так далее. Это очень охуенно, это очень... Хочу домой, реально. Женщины алчные, корыстные, злобные, согрешившие против самого человечества. Нельзя поддаваться греху. Так. Нужно бороться, сражаться. Да! Я проиграл битву, блядь. Ой, блядь, я сейчас умру. Это строчки из песни. Какие губы, ты чё несёшь? Угу. Страшно было, пиздец страшно нахуй. Блять! Блять, найс. Держим руль нахуй. Блять, чё за хуйня? Блять, грибы! Ёбаный в рот, блять! Пиздец, ух, нахуй. Блять, и с этим человеком я знаком с 14 лет. Блять, пиздец, блять. Чё? А над Ликсом, а над Лисом угорают все, потому что он старый и неуклюжий. Ну, типа того. Блять, выехал. Ой, блять. Так, на следующий дроп. Нет, трек хуйня, на самом деле. И это трек мастер. Ладно, похуй. А че он на сыграть, на похож? Ну, вот такой вот. Вот такой вот человечек. Причем прикол в том, что я его цыганом называю с лет 15, наверное. Пошли нахуй! Что делаешь? Сижу, аниме смотрю, а ты читаешь? Я честно сказать? Давай. Член дачу. Как дрочится? Ну, так неплохо. Нет, я играю только в очко. Ты что? Это карточная игра такая. Я тоже в очко люблю. Да? Да. Нравится? Конечно, прикольная игра на самом деле. Понял. На нахуй. Я так ебанул с этой штуки, что у меня аж игра вылетела, блядь. Бля, поехал. Хорош, хорош. Ой, хорош. Чего, бля? Блять. Дружище, большой привет тебе тоже. Охуеть, ты Винни-Пух? Ну какой же Винни-Пух, если у меня пропеллер есть? Блять, ты Карлсон! Ну конечно же, мой друг, ты в десяточку. Ебать! Ну, ты живой? Ну да. Ну, я же обещал вернуться, мой друг. Охуеть, а я думал, мама меня обманывала. Блин, а ты можешь, как Карлсон, типа вот. Блять, почему я не. Я смотрю на Драгонила, мне смешно, блять. Что у него. Блять. Что... Раньше у него волосы были, ну, прямые вот так вот они были. Теперь они уже вот такие, блять. Что потом будет? Как Хельга, блядь, вот такие патлы, я не понимаю. Блядь, что с его волосами? Чел. Хули они у тебя с каждым днем все пышнее становятся? Ну, пропеллер включите, так типа... Я могу сказать, что я лучшее в мире привидение. Охуярево, Володь! Дави его нахуй! Прыгай! И в прыжке! Что? Я там ебал! Для всех киевских хочу сказать одно. Кто был на дне рождения у Ромы Макрицкого? Гайз, сделайте тест. Чел-то глава, опять же, чел-то глава ФФ, 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 сквада.
Он что, блядь, новый сквад опять создал или что? Потому что у меня ковид. Блядь, да стой ты, сука, тут нельзя на ходу садиться, это не та игра, блядь. О, бля, ебашат. Ой. У нас челы рядом, челы рядом, челы рядом. Не ломай мне мозг. Меня сломали, сука, и долб... Три, два, один. Блять. Ой, нахуй, извиняюсь. Нас убивает еблан, у меня еще и ног теперь. Сергей, садись. Ой, долбоеб, там челы, сука. Меня убивают. А это долб... Вань, езжай, похуй, на одно колесо, похуй, езжай. А, понял. Ты охуел? Ты сука! Играю. Че в него играть? Там все сидят крысы, это не мой стиль. Мой стиль типа пойти зарашить, разъебать жестко, либо получить пизды. Это мой стиль. А в Таркове все сидят крысы, во! Блядь, имперят и стреляют из кустов, с деревьев, блядь, с этих, с толчка, типа, выцеливают. Мне так... Полностью солидарен с шавермой, блядь, полностью поддерживаю, блядь, под каждым словом подписываюсь его. Я ненавижу Тарков, я ненавижу Радугу, потому что это игра, где ты должен, блядь, сидеть. И ты должен просто сидеть. Я люблю, бля, в лоб тупо идти, либо тебя отпиздят, либо ты кого-нибудь ёбнешь. И это самое лучшее, вот что есть в играх. Ты идешь и пиздишься, а не сидишь на месте в кустах каких-нибудь или, блядь, за дверью вот так вот. Сел вот так вот, сел в углу, забился и тупо кемперишь. Ненавижу кемперов, блядь. Вообще нахуй, блядь, терпеть не могу. Такой не нравится, я агрессивный игрок. А! Alright. Кто бы говорил про волосы, ссылка удалена. Бля, ебать ты ссылку кинул, конечно, мог подлиннее ссылку скинуть. Ну да, я! Ну да, я. Ну, так ты на меня посмотри, на Драгонила посмотри. И вообще-то парик, если что. Ну, парик, если что. Кто не знал, кто не помнит, это парик, если что. Ебать, это скрин старый, пиздец, охуеть. Это когда я стрим запускал еще... Бля, я не помню, когда, года 4 назад, если не 5. Бля, ебать, нихуя, че, ебать, ебух, ебать, бля, ух ты, бля. Чел, ты где? Син, ты где, блядь, откопал это золото? Откуда? Откуда? Главный вопрос. Где ты надыбал? Лежит, дурачок. Закладываю в Внимание! Под диджейскую стойку срочно требуется минечица. Следующая охуенная песня звучит специально для пацанов. Альбанутый или чё, блядь? American boy, American joy. Блядь! Сколько тебе лет? Ну, я сейчас скажу, ты не поверишь. Давай. Ну, 15. Чё, попиваешь? Флетч. Ну, какой маленький ты? Мятный флетч. У меня проститутка на заднем фоне смеётся. Просто не обращай внимания. Ты можешь свою мать так не называть? Ну как? Да блять! Знаешь, когда? Да блять! Ну вот эти вот бандажи. Да блять! Ну я пока могу раздвигать ноги без резины. Нет, это звучит не так! Это звучит не так, как... Ну вы поняли, я имею в виду!
Нет, от Алины Рин приятно такое. Знаешь, вот когда обычные стримерки вот так вот над таким вот шутят, вот ты такой смотришь и такой, ну чел, зачем вы это говорите? А вот когда Алина Рина так говорит, вот хочется сказать, Аль, продолжай. Продолжай. Так. Оргазм получится. Там второе же залетает, блядь. Она убежала обратно, нахуй. Бля, сейчас наушники глаза перекрывают. Охуеть. Сейчас, блядь, куда они попадают? Они попадают в рай, мне кажется. Бля, что за звуки? А, понял. Что? Что? Хочешь расслабиться и кончить? Хорошо? Не хочу кончать. Ты не одна сейчас в комнате? Нет. Сексуальный голос, кстати, попался. Тут я еще. Ну да. Так что, продолжим? Блять, я официально заявляю, Индианочка, как нахуй Валакас с пеной, вот реально. Он же недавно Валакас пел с пеной, короче, дуэтом. Блять, вот это реально, это два двуликих гения. Вчера гусар подрубался этой рулеткой, так хорошо было, как в старый добрый, эх, да. Все, ладно. Так что, продолжим? Так. ГТА со звуком тоже. Че это за блевота? А, это до печенья? Бля, нихуя выглядит так-то. Кайф. Бля, вот это вообще схавать, конечно. Блин, мне кажется, из меня вышел отличный кондитер. Так, и там 20 минут, по-моему, мою в помойку. Ой, блядь. Так. Блять, сука! Нет, блядь! Я рису балет, блядь! Ой, это что, долбоёб? Ты что, блядь? Ты чё, блядь, сука, охуел нахуй, блядь, пизда? Маху, ты оправдываешься перед ебланом, Ань. Реально, Марк, давай опять. Пошёл нахуй. Сосёр жопу. Жесть. Привет, Сири. Вчера в Одессе еще подрубал. Сири, привет. Что-то вчера все решили этот сам подрубить. Сири, Люмус, Максима. Хорошо. Сири, привет. Почему у меня... Привет, Сири. Привет, Сири. Привет, Сири. Привет, Сири. Блядь, тотальный игнор. Привет, Сири! На нахуй, апперкотик. Неважно. А все, ебать. Че ты скинул, пульс? А. Так, еще. А, ну да, это я, да. Да, это я, и Вова есть микрофон. Да, было дело. Помню. Так. Давайте вот такой. Назовите столицу Чехии. Ой, блядь. Блядь. Да, блядь. Блин, теперь людей душат в рулетке. Пиздец. Соболезную кентам, которые попадают с ней. Я армян, я ебал чиху, я ебал. Не надо, это не надо, обсуждаем, не надо. За что? Не надо, никого ебать. Ты не видел сегодня, как Стин детей видел? Видел. Чего ты хочешь? Эй, осторожней, что ли? Да, блин, в смысле? А? Береги. Понял. Ой, блядь, за шо? Пошла! Было! Ебать, сука, макака. Что нужно? Ну, от тебя просто информация нужна сейчас. Сейчас, подожди, брат. Подожди, не уходи, я же тебе сказал, блядь.
Ладно. Блять. О, жесть. Алло. Валер, ты категорию Юрик дозрил? Че как, блять, дам тебе нахуй Фафандепулу. Мы проходили Half-Life Alyx. Мы проходили новый метро. Мы проходили Суперпук. Мы проходили, блять, много игр. Я не CS-стример и не Dota-стример. Я не могу играть в одну игру на постоянке. Если какая-то игра хорошая выходит, которая мне нравится, я ее играю. Если это не рекламная игра. Если это не рекламная игра. А так, что у нас из последнего было? И фонлайн ебать. Да скоро танки еще будут. А скоро еще World of Tanks. Всем здравствуйте. Сейчас будет концерт Олечки Бузовой. World of Tanks. Я могу прям самолете отсосать ему, как шлюха, моя жопа поднимает. Его член выше, я люблю. Подпеваю. Он Андрея ловит, он так любит мою киску. Блять, блять. Ай, блядь, ай, блядь. Это ж поет, в принципе, ну, типа, плюс-минус девочка, которой лет 8. 9. Какой ужас, пиздец. А! Гов КС. Не, КС вообще не люблю. Вот читаю вопросы чисто по порядку. Сосала, как погода, когда мылась, как дела? Ебалась, ебалась, меф пробовала, есть ноги. Строго топ, сосала, пизду брила, как жизнь. А, похуй. Какой она холодная, блядь. Без... Что за колга? Что за колга? Это кабанас. Чувак, как ты тебя прёт нахуй? Когда новый ролик показ? Завтра. Что, блядь, происходит? Мне пиздец. Все приняли, как вы и просили. Это ничего, проблем. Все, ссылка еще длиннее. Где? Когда исторически... Кто? А, когда исторически... Прям вообще разъем полный, чтоб был, да? Завтра. Так. Слышали, что он там кричит? Вот и я в ахуе, конечно. Пойду лучше со стариками пообщаюсь, они хоть адекватные. Так, время покормить моих животных. Врубай стрим. Это он про кого? Ева. Не понял. Он сказал, можешь чуть подвинуться от границы? Короче, съебался нахуй. Они говорят, что ты съебалась. Алло, это не правда, это не... А. Мама сидит у меня под... Слушай, что я тихо. А ты из наушников? У меня мама отобрала наушники. Ты типа с динамиков сидишь. По меня липут! Придурок, заткнись! Мама, выйди из моей комнаты, пожалуйста! Мама, выйди из моей комнаты, пожалуйста! Отдай мне мои наушники, я тебя прошу! Я их сама купила! Я её парень, не разговаривай! Слышь? Мам, ни с кем я... Блядь! Не, шалость удалась, реально. Так. Угу.
Шадон, как я украл у тебя бою боёбл. Тихо, ну ты чего плюешь, это распил? Это на сэндвич вылетел. Это капа, ебать, водки сегодня нажался, нахуй. Главное её не шатать, как вы. Это кто? Надеюсь, да, блять, что они орут-то? Всё, всем. А потом моя серия зашла о том, где к нему переезжают. А к маме как аргумент поставил. Нормальная тема. Так. Ваших клипов много не бывает, правда? Хочу выразить респект, кто помогает проекту в регистрации. У меня один вопрос. Тем, кто кидает клипы в предложку. Ну и также тебе, зритель. Когда? Анимированный рот. Подписывайся и ставь лайк или дизлайк. А я пошел спать. Не понял. До следующей недели. Бля, хотя... Обнял. Бля, ну... О, мои 15 рублей здесь, на месте! У меня один вопрос. Когда анимированный рот? О!